Еще из новостей Ближнего Востока. Непрекращающиеся боевые действия между египетской армией и джихадистами на Синайском полуострове могут выплеснуться на территорию Израиля. Об этом сегодня заявил министр обороны еврейского государства Моше Яалон в ходе инспекции южных границ Израиля. Глава оборонного ведомства еврейского государства признал, что сейчас действия египетской армии против боевиков на Синае стали более эффективными, чем при президенте Мурси. Но, цитата, «Этот процесс занимает больше времени, чем бы нам хотелось». Конец цитаты. Моше Яалон также сообщил, что возведение заградительных сооружений на границе с Египтом будет полностью завершено в течение ближайших 3 месяцев. Помимо этого, министр обороны Израиля предупредил, что в районе Эйлата развернута противоракетная батарея «Железный купол», уже не раз доказывавшая свою высокую эффективность.